Где брать еще 7 миллионов, где в ближайшее время нам получить выгодных людей? Но надо просто провести большую, огромную кампанию в Европе и Америке. Приезжайте к нам, дадим вам по 10 гектар, будете у нас работать. Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, и, значит, американцев просто с удовольствием приедут к нам.